Вот это да! На нашей мойке скопилось очень много супер грязных машин. Давайте скорее их мыть. Приступаем к первой и споласкиваем ее сначала водой. Грязь отмокнет, и нам легче будет ее отмыть. А теперь нанесем на нее пену. Пена поможет растворить нам грязь и отмыть машину. Беремся за щетку, хорошенько все трем. И ополаскиваем водой. И вот машинка стала чистая, блестящая. Посмотрите, какая она красивая. Серого цвета. Мерседес. А эта машинка гоночная. Видимо, гонки были в грязи. Ополаскиваем водой. Нанесем сверху пену. Ну и возьмем на щеточку и помоем все. Крышу, двери, лобовое стекло, капот, колеса. Чтобы нигде грязи не осталось. И наша машина стала снова чистая. Ополоснем обильным количеством воды. Какая она стала чистая! И готова теперь к новым гонкам. А мы приступаем к третьей машине синего цвета. Ополаскиваем ее водой. А затем наносим пену. Хорошенько все потерли. И ополаскиваем теперь все водой. Вот еще один автомобиль. Стал очень чистым и красивым. Прям как новенький. Давайте помоем теперь красный автомобиль. Споласкиваем водой. И, как всегда, наносим пену. Беремся за щеточку и хорошенечко все потрем. Щеточкой трем хорошенечко, чтобы нигде ничего не осталось.
оттираем всю грязь. Посмотрите, какая красивая красная машина. Наша мойка творит чудеса. Моем последнюю машину, черную. Полоснули водой. Нанесли пену. Приступаем к щетке. Все потерли и пора ополаскивать машину водой. Вот машина уже чистая, красивая, черная, блестящая. На такой бы я погоняла. Наша автомойка отлично справилась. Вот такие вот машины мы сегодня сделали чистыми. Приезжайте и вы на нашу автомойку.